Сегодня каждый 102-й ульяновец имеет ВИЧ-положительный статус. Ежегодно выявляется до 600 новых случаев заражения. Но, как отмечают врачи, прирост зараженных с каждым годом снижается. Правильно подобранное лечение, своевременная диагностика и профилактика в совокупности могут дать положительную динамику. Мы проводим мероприятия со всеми возрастными категориями, начиная со школьников. Это, как правило, семинары, лекции, тренинги, квесты. И заканчивая со студентами, а также на предприятиях. Потому что у нас основная масса заразившихся людей находится в возрастной категории от 30 до 50 лет. И 15 числа у нас было итоговое тестирование около центрального МБТ, где любой желающий мог прийти в течение 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. В современном мире спит не приговор, если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию. Лекарства от вируса иммунодефицита не существует, но при надлежащем соблюдении предписания антиретровирусной терапии прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки. В Ульяновской области ежегодно увеличивается охват антиретровирусной терапии ВИЧ-позитивных пациентов, что приводит к снижению смертности от СПИДа и ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2013 годом, сегодня такое лечение в регионе проходит в два раза больше больных. Это 81% от всех пациентов, состоящих на учете. При этом смертность за последние 5 лет от СПИДа снизилась в два раза. Человек, который состоит на учете с ВИЧ-инфекцией, ему назначают определенные препараты по определенной схеме. Это все прописано в методических рекомендациях и клинических рекомендациях. У нас в составе учреждения врачебная комиссия, которая пациенту назначает определенную схему АРВТ-терапии, еще раз повторю, совершенно бесплатно для пациента. Препараты поступают у нас с федерального центра. Сейчас в регионе продолжается реализация государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в регионе не только сохранили объем обследований на ВИЧ, но и увеличили до 26%. Тест на наличие вируса можно пройти анонимно и бесплатно на выездных акциях центра СПИД, в поликлинике по месту жительства и в самом центре СПИД по проспекту Нариманова, 11. Регулярное обследование на ВИЧ – это возможность вовремя выявить инфекцию, начать бесплатное лечение, продлить собственную жизнь и обезопасить близких. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.